До 15% могут вырасти продажи российского программного обеспечения за границу в этом году, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на прогнозы петербургских разработчиков. Иностранных потребителей привлекает главным образом цена. Плюсы от девальвации оказались важнее политических рисков. Уже сейчас в некоторых компаниях фиксируют 30% рост продаж. А вот внутренний спрос на программное обеспечение сжимается. Российские потребители сократили траты на 10%. Часть заказов заморожена из-за неопределенной экономической ситуации.